Проблему пробок обсудили в Химках. На общегородском совещании главе муниципалитета Дмитрию Волошину представили программу развития транспортной инфраструктуры. Уже в этом году планируют расширение проезжей части в 9 местах. Среди них Куркинское и Вашутинское шоссе, улица Родионова и Репина, Юбилейный проспект. Также установят карманы для остановок общественного транспорта на Ленинском проспекте, на пересечении с улицей Чкалова. Глава округа особо отметил необходимость новых парковочных мест и призвал взять проблему на контроль. Проблема с парковкой сегодня в двух микрорайонах Новокуркино и Левобережное. И у нас разработан ряд мероприятий. Очень серьезно, как по этим двум проблемам поставить точку. И в этих мероприятиях есть сложные механизмы, такие как строительство многофункциональных, многоуровневых и многофункциональных парковочных центров, парковок с автомобильной инфраструктурой. До самых простых – это организация машиномест во дворах. Также на совещании обсудили незаконное размещение рекламно-информационных конструкций. Для устранения проблемы ежедневно проводят мониторинг всех районов. За 2018 год на территории Химок уже демонтировали более 5000 объектов незаконной рекламы. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.